Ладно. Итак. Опять 25. В этот раз проснулся на крыше. Все так же. Не помню, как оказался там и что делал предварительно. Покажись. Я знаю, ты там внутри, Эд. Выходи. Глупый Эд все не высовывается. Трус. Но я знаю, он управляет мной, пока я сплю. Зачем? Чего он добивается? Прожектор может включать кто-то другой. Нет, мне нравится. Напоминать людям, что даже в темноте есть место свету. И напоминать себе. Припасов не хватает. Правительство не хочет оказывать помощь. Но почему же? Раз их это не коснулось, им легко закрыть глаза на боль других людей. Я разрешил Люциусу забрать все полезное из лаборатории Уэйн Энтерпрайзес. Он хочет сделать очки ночного видения. Мелочь, конечно. Спасибо за помощь. Брюс, мы остались, чтобы защищать людей. Это важно и сейчас. Мне пора. Врачи боятся, что Селине может стать хуже. Они будут оперировать. Расскажешь, как пройдет. Не жалеешь, что остался? Нет. А вы? Ни капли.